Первый актированный день в этом учебном году объявлен сегодня в Воркуте. Не учатся дети с 1 по 8 классы. Причина – сложные погодные условия. И это вовсе не суровый минус. На 6 утра температура воздуха в городе была на отметке всего 3 градуса ниже нуля. Зато ветер здесь разгулялся не на шутку. Порывы до 28 метров в секунду. Снег и метель. Ветрено сегодня практически на всей территории республики. Однако в выходные ветер стихнет. Атмосферное давление начнет расти, похолодает. И лишь на крайнем северо-востоке в ночь на воскресенье сохранится сильный ветер и метель.